Всем привет, дорогие мои рукодельницы! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем вот такие очень красивые, яркие, нарядные цветочки. Как видите, здесь я использовала свои любимые ленточки в горошек и однотонную ленточку, а также вот такие серединочки, которые я делала с вами в прошлом видео. Ссылочку на мастер-класс я оставлю в описании под этим видео. Такие цветочки замечательно будут смотреться на любой основе. Даже можно его использовать как брошку. Если вам понравились такие цветочки, оставайтесь со мной. Такие цветочки у нас получаются диаметром 11 сантиметров. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях, какой цветочек вам больше всего понравился. Ну а теперь приступаем к изготовлению наших цветочков. Для того, чтобы сделать нам такие цветочки, понадобится из материалов. В моем случае это желтая атласная ленточка и вот такая очень интересная ленточка в горошек. Берем отрезочки, обычная однотонная ленточка размерами 5 на 5 сантиметров и ленточка в горошек у нас идет 38 миллиметров на 4 сантиметра. Для того, чтобы нам сделать такой цветочек, понадобится 24 желтых отрезочка и 16 вот таких ленточек в горошек. Затем нам понадобится фетровый кружочек, размером у меня 4 сантиметра. И вот такая серединочка, которые мы делали в прошлом видео. Ссылочку на мастер-класс я оставлю в описании под этим видео. Из инструментов понадобится линеечка, зажигалочка, ножнички и горячий пистолет. Приступаем к изготовлению наших лепесточков. Берем отрезочек атласной ленточки, складываем его пополам. И теперь смотрите, что мы делаем. Вот так закругляем с одной стороны, и вот с этой стороны мы также закругляем. Вот у нас получается такая заготовочка. Разворачиваем и обрабатываем зажигалочкой. Стараемся обрабатывать на маленьком огне, для того, чтобы у нас не попалила нашу ленточку. Вот так мы закруглили. Теперь берем за сам край и подтягиваем его к центру. Берем второй край, тоже подтягиваем к центру. Вот у нас образовался такой лепесточек. Теперь запаиваем наши края. Повторю теперь на этом отрезочке. Опять же складываем пополам. Обрезаем с одной стороны. И вот так обрезаем с другой стороны. Вот у нас такая заготовочка. Разворачиваем и обрабатываем. Теперь делаем то же самое. Берем за сам краешек, заводим в одну сторону и в другую.
Вот у нас получается в результате такие лепесточки, сердечки, назовем их. Теперь у нас наши лепесточки готовы. Можем приступать к сборке нашего цветочка. Для этого возьмем на первый ряд, нам понадобится 8 лепесточков. Начинаем клеить. Как всегда, я вам советовала симметрично друг к другу, а затем заполнять между ними уже лепесточки. Когда вы делаете таким способом, у вас получаются аккуратные симметричные цветочки. А теперь заполняем уже между ними. Вот так мы накладываем на лепесточек и клеим ровно по центру между этими. Доклеим оставшиеся 3 лепесточка. Вот такой у нас получается цветочек. Второй ряд у нас также 8 лепесточков. Клеим их в шахматном порядке к первому ряду. Так клеим оставшиеся 5 лепесточков. Второй ряд у нас готов. Продолжаем клеить наши лепесточки. Третий ряд у нас также 8 лепесточков. Клеим в шахматном порядке к второму ряду. Приклеиваем на том же самом уровне, не отходя вперед. Клеим оставшиеся лепесточки. Вот у нас третий ряд уже окончен. Теперь начинаем клеить наши маленькие лепесточки. Также мы клеим 8 штук. Четвертый ряд мы клеим. Опять же в шахматном порядке. К лепесткам третьего ряда, также не смещая к центру. Продолжаем клеить оставшиеся лепесточки. Вот у нас получается такой цветочек. Смотрите, я сейчас с вами экспериментирую. Вот в этих цветочках у меня получается нижний ряд. По 3 ряда однотонная лента и верхний ряд горошек у нас получается всего лишь один ряд. Здесь у меня так же само. А вот в этой ленте 2 ряда идет однотонная лента и 2 ряда лента в горошек. Сейчас же мы с вами делаем 3 ряда однотонной ленточки и 2 ряда в горошек. Посмотрим, какой у нас цветочек с вами получится. Сейчас я подготовила 8 лепесточков. Мы с вами по ходу работы посмотрим, какое количество нам пойдет на этот ряд. Вот так вот клеим по кругу. Вот я и закончила второй ряд, и у меня на второй ряд пошло 7 лепесточков. Осталось нам приклеить нашу серединочку. Так, аккуратненько раздвигаем все наши лепесточки
и приклеиваем в центр нашу серединочку. Вы можете экспериментировать с цветочком, добавлять сюда листики, тычиночки, какие-то бусинки. Также здесь подойдет практически любая основа, как и резиночка, заколочка, ободочек, повязка. Даже можно такой цветочек, будет очень хорошо смотреться на брошке. Так что экспериментируйте, фантазируйте. И в конце видео, пожалуйста, напишите, какой цветочек вам больше всего понравился. Ну а на сегодня все. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик. Вы будете первыми получать уведомления о моих новых видео. Ну а на сегодня всем пока-пока!